Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании «Альпари». Сегодня, как всегда, соберемся на ближайший час обсудить перспективы движения основных валютных пар золота, серебра и нефти марки Brent. Ну, нефть в последнее время была не особо сильно интересной. Вот. Напоминаю, что если кто-то захочет высказать свое мнение о поведении того или иного торгового инструмента, то, пожалуйста, пишите в чат. Поступало несколько вопросов о том, что, например, нет возможности писать в чат, потому что он не активен. Значит, вы либо забыли зарегистрироваться у нас на сайте, или забыли авторизоваться, если регистрация уже была проведена. То есть буквально вводите логин, пароль, авторизовываетесь, переходите в раздел обучения, заново заходите в данный семинар, и чат будет активен, можете принимать участие в обсуждениях всех вопросов, которые будут подниматься как на этом мероприятии, так и на любом другом, собственно. Обращаюсь к вновь прибывшим, потому что будет много различных построений, некоторые, возможно, будут немножко непривычны или непонятны. Я специально для того, чтобы вы не заморачивались с запоминанием этих данных, я даю уже готовый профиль для метатрейдера в конце мероприятия, который вот здесь у вас будет отображаться как аналитика от Ершова. То есть запускаете, смотрите данные по той валюте, которая вас интересует. После этого можете спокойно вернуться обратно на начальные настройки метатрейдера, которые были у вас, и пользоваться ими в дальнейшем, а этот использовать просто как вспомогательную информацию. Также в процессе будут использоваться вспомогательные скрипты, вспомогательные индикаторы, которые не являются стандартными в настройках MetaTrader, они тоже будут в раздаточном материале. Ну вот, собственно, в качестве вводного слова на сегодня все. Также напоминаю, есть традиция уже за последний год. Если совершили какие-то сделки, готовы поделиться результатами с другими участниками нашей сегодняшней встречи, то пишем в пунктах результат, не в долларах, потому что депозиты у всех разные. В пунктах с точностью до четвертого знака после запятой, если речь не идет о японской иене. Если японская иена, то второй знак после запятой, потому что иначе будете десятые доли пункта, то или пипсы указывать, могут новички запутаться. Ну, собственно, все, давайте приступать. Я с экрана исчезаю, сейчас загляну в чат, как у нас дела со связью. Так, со связью все хорошо. Вижу, еще не все подтянулись, но я думаю, сейчас в ближайшие минут 5-10 весь основной состав тоже подтянется. Начинаем с такого беглого обзора по верхам, какие сегодня могут быть интересные новости. Сегодня пятница, 9 сентября. И по большому счету из неопубликованных новостей остались только прогноз по инфляции потребительских цен по Великобритании в 11:30. Давайте, наверное, его сразу отметим. Фунт в последнее время был достаточно интересен. Последние два дня мы особенно на него обращали внимание. Поэтому на всякий случай давайте обозначим красными линиями вертикальными. Напоминаю, что желтые – это расчетные данные, а красные – это вот по факту, когда выходят какие-то новости, потому что пренебрегать этими данными мы не можем, потому что рынок в любом случае будет в большей или в меньшей степени на них реагировать. Поэтому лишний раз судьбу испытывать не стоит. Так, и еще будут данные по уровню безработицы в Канаде и доля рабочей силы в общей численности населения. Это будет примерно через 7 часов, 16:30 по Москве, по Канаде, поэтому на канадце давайте тоже отметим данные, которые могут на него повлиять. Кстати, до 1.1 он все-таки сходил. Но это обсудим, когда уже дойдем поочередно, рассматривая основные инструменты. Значит, на 16 часов ставим. И там, где разметка по квадратам, тоже пусть будет, вот он, канадец,
тоже на 16 часах пусть стоит. Ну, расчетное значение очень близко. Так, на этом на новостях заканчиваем. Кто хочет более детальный обзор новостей, у нас для этого есть раздел «Аналитика» на сайте. Там наши фундаменталисты как раз более детально все это дело рассмотрят. Так, вижу, количество присутствующих увеличивается. Приветствую всех, кто только-только подключился. Так, ну вот как раз пишется упоминание, что безработица по Канаде, уже отметил. Так, вижу, так, Тимур, Антон тоже подключились. Старая гвардия, вижу, уже почти в полном составе. Ну, давайте начинать. Индекс доллара по-прежнему сидит на одном из любимых углов. За последние 3 дня я вам ничего нового не рассказал, и, скорее всего, уже не расскажу. Поэтому вот к этому графику будем возвращаться уже только на следующей неделе. Нам интересны более маленькие колебания, поэтому сразу переходим на часовую модель. Получается, что он не смог преодолеть 94.93, то есть фактически так к нему и прилип. Вот этот вот рост, который был достаточно хорошо, был определен осциллятором, то, что он закончится. Вот вчера в 20 часов закончился импульс, и индикатор достаточно точно его показал. Сейчас идет коррекция. Соответственно, будем смотреть, насколько глубокая эта коррекция будет. Если она доползет до вот этого значения, то, возможно, он будет падать до 94.24. Если же нет, и он пробьет 94.93, то, возможно, он продолжит движение наверх. То есть, если индекс доллара будет укрепляться, то в этом случае он потащит котировки, такие как евро и фунт, соответственно, вниз, а швейцарца с японкой котировки потащит наверх. Ну, до этого мы еще дойдем. Так, вижу, еще подключились у нас Павел, Фарида, Марат. Приветствую. Так, переходим на совсем маленькие вибрации на том же таймфрейме, только на более низкий уровень колебаний. По времени у нас фактически все, что было, все закончилось. Никаких подсказок по времени у нас на этой неделе уже не будет. Основную цель свою он так и не взял. То есть у него был последний рывок вчера днем до прихода американцев. Но он так до 94.38 и не дотянул, потом пошел наверх. И по сути даже сделал вот здесь дивергенцию. Я думаю, это вы и без меня видели прекрасно. Сейчас ждем, чем закончится текущий час, потому что временной уровень не отработан. Если вдруг здесь будет фрактал, то он полезет наверх обратно к 95.27. Если фрактала не будет, то он может совершать какие-то небольшие колебания около уровня 94.87. Новостей на Америке у нас особо сегодня никаких нет, поэтому каких-то прям резких, мощных скачков именно по графику мы не видим. И плюс ко всему, обращаю внимание тех, кто работает методом многократных лотов, сейчас вот одна из самых негативных структур вырисовывается на индексе доллара, да, то есть это расширяющаяся формация. Как правило, это самый негативный вариант развития событий для тех, кто открывает много сделок, или тех, кто пользуется какими-то методами так называемого разруливания текущей позиции, когда происходит усреднение, используются и покупки, и продажи, то есть суммарно это может увеличить загрузку депозита, поэтому будьте внимательны, это будет проявляться и на других инструментах. Те же, кто открывает сделки только в одном направлении, вам, в принципе, подобная проблема, скорее всего, даже не знакома. Но это такое небольшое лирическое отступление. Так, Михаил задает вопрос. Алексей, вы когда еще будете вести лекцию по ПАМ-счетам? Осталось много вопросов. Я задумался об открытии своего ПАМ-счета, а у вас талант учителя, мне вчера понравилась лекция. Так, ну, в принципе, если я не ошибаюсь, лекция по ПАМ-счетам будет
уже только в следующем месяце. Но если у вас остались какие-то вопросы, то можете, вот аналитика закончится, написать их непосредственно мне на почту. Я вам подробно на эти вопросы отвечу. То есть в любом случае никого бросать не собираюсь без ответов на вопросы. Поэтому если что-то непонятно из наших сервисов или из того, что мы обсуждаем на аналитике, пишите на почту. Единственное, могу ответить не в тот же день, в который пришло письмо, потому что вопросов много. Но отвечу в любом случае. Так что пишите. Буду рад помочь. Я думаю, что с вашим опытом вы получите достаточно хорошие результаты на PAM-счете. У нас появится хороший управляющий, которого другие инвесторы наверняка оценят. Поэтому я только за, чтобы ответить на те вопросы, которые возникли. Так, Валерий пишет, вчера не получилось созвониться по индикатору 38 по Букаев, пробовал переустановить, работает только демо-версия и еще индексы не загружаются. Ну, если у вас работает демо-версия, основной не работает, то возможно у вас на счете нет $500, которые являются условием его работы, и именно поэтому он и не запускается. Потому что демо-версия работает только если выполняется условие того, что это MetaTrader от AlphaRe, а основная версия работает, если это MetaTrader от AlphaRe и если у вас счет имеет $500 или его эквивалент. Вот. Так. Ну, вроде бы на все вопросы пока ответил. Так, поехали дальше. Теперь идем на евро-доллар. На днях он по-прежнему не интересен, как и вчера, как и позавчера, как и неделю назад. Вот, поэтому оставляем его просто для галочки, чтобы мы примерно знали, когда у нас дневные любимые углы будут приближаться по времени и по цене. По времени это еще черти когда, фактически в конце года, так что мы в ближайшее время даже обсуждать это не будем. Вот. А по ценам ничего даже близко к интересному потенциальному входу мы не видим, поэтому и нет смысла даже его обсуждать. На всякий случай я оставляю, потому что вдруг там будет какое-то резкое движение, и мы сможем выставить дневные цели для того, чтобы там один раз за квартал хорошо забрать прибыли. Так что для потенциала просто на всякий случай оставим. Так, еврик на часах. Ну вот вчера выделяли новости, на новостях, собственно, он закончил свое движение. Те, кто вчера караулил пробитие какого-нибудь из углов, мы вчера этот момент подробно обсуждали. То есть, если пробьет наверх, покупаем и идем где-то до 1.1. Если пробьет вниз, идем вниз. Там уже немножко сложнее, где-то до зоны консолидации, где он останавливался в прошлый раз. То есть, вот ожидали, если вниз, то где-то сюда, пунктов 80, если вверх, то где-то до 1.1, пунктов 40. Я помню, что есть те, которые стояли в покупке еще отсюда, так что вы, наверное, урвали побольше. Поэтому интересно было бы услышать, кто взял прибыль по еврику. Остановился он фактически идеально на 1.1. Сейчас остается просто перенести значение углов и ждать похожий какой-нибудь сувенирчик ближе к концу текущего дня, когда американцы придут. Может быть, он еще вам повод для входа в рынок даст. Но наверняка надо будет дождаться еще одного максимума, потому что вот смотрите, я сейчас угол перенесу, а расстояние между ними будет очень большое, ну, большое для часового графика в смысле, да? И наверняка за сегодня такого сигнала не будет. А вот если он сделает вот такой откатик назад и будет максимум, то вы сами уже без меня вот так перенесете. И тогда уже будет понятно, куда он собрался, наверх или вниз. Единственное, с покупками аккуратно, на 1.1 он может снова остановиться. Я думаю, примеров уже я вам достаточно много до этого на предыдущих семинарах приводил, что на основных углах цена очень часто останавливается, тем более на 1.1, потому что он является основным. Кто забрал, пишите, я сейчас как раз озвучу в общем
для всех, кто пришел. Так, вижу сообщение от Михаила. Евро закрыл покупку 160 пунктов. Стою в продаже пока что 40. Я так понимаю, прямо на макушке успели впрыгнуть. Отлично. Так, вижу, еще присоединился Дмитрий. Приветствую. Ну вот, я вижу, уже фактически наш основной состав в целом уже весь присутствует. Так, хорошо. Значит, всем внимательно смотреть за образованием фрактала, тогда сами перенесете вот этот угол, перенесенный 1,1. Ну и не забываем про осциллятор. Так, фунт стерлингов. Дошел до обозначенной цели, то, что на одном из предыдущих семинаров нам предоставил Михаил по Chicago Mercantile Exchange 1.33. Собственно, даже была подсказка, те, кто, например, про 1.33 не знал, вам здесь фактически на том же самом месте осциллятор сказал, что те, кто стоят в продажу, пора убегать, скорее всего, сейчас импульс закончится. Ну вот, собственно говоря, у вас было даже несколько свечей, чтобы выскочить. Теперь делаем абсолютно аналогичные рассуждения. То есть вот у нас теперь новый перенесенный 1.1. Он в него бился как головой об стену на протяжении нескольких часов, то есть сколько там, 9 часов бился, так и ничего не смог сделать. И делаем реверсивный 1.1 перенос. И вот в ближайшем будущем у нас будет новость на 11 часе в 11.30, да, ну или просто банально по пересечению углов до 19 часов сегодняшнего дня наверняка будет повод еще зайти в рынок. Посмотрим, в какую сторону он пробьется. То есть, если немножко вернуться к более большому масштабу, видим, что модель роста постепенно замедляется. И если ему падать, то падать до чего? До 1.2. Берем линейку, меряем. Ну, где-то пунктов 60 может в идеале сходить вниз. Только не забывайте, что у него есть еще стандартные уровни поддержки, которые тоже никто не отменял. То есть то, что мы пользуемся немножко не классическими методами, не означает, что классика как-то теряет свою важность при вычислениях. Более точно мы посчитаем, когда до квадратов дойдем. Так что любители фунта, я знаю, из ростовских у нас точно как минимум несколько человек из тех, кто присутствует, сидят на продаже фунта. Поэтому будьте внимательны, в 11.30, возможно, как раз если выйдут данные, которые поспособствуют дальнейшему падению, можно будет рвать побольше денег. Но в любом случае до 11.30 каких-то поспешных решений лучше не принимать. Так, еще вижу сообщение. Так, Леонид пишет, забрал 500 пунктов по евро, ну, наверное, пипсов по евро, потому что на 500 пунктов он вчера не ходил. Так, дальше Глеб пишет, вчера после новостей входил в продажу, плюс 30 пунктов, сейчас стою в покупку, плюс 20 пунктов, прекрасно. Так, Михаил пишет, по фунту стою на продаже, две сделки, одна плюс 118, вторая пока что минус 18, отлично. Так, Александр, по фунту плюс 118, я смотрю, так хорошо фунта подзабрали. Так. Так, вопрос вижу не ко мне, к Михаилу это ответит уже самостоятельно. Так, Глеб пишет, по фунту планирую покупки ближе к вечеру. Ну, Глеб, вам, я думаю, еще стоит обратить внимание не только вечером на фунт, но и после выхода новостей, потому что все будет еще от них зависеть, как он будет себя чувствовать. Так, ну, насчет четвертого знака после запятой я уже сказал. Так, Петр, 100 пунктов по фунту, вообще прекрасно. Я смотрю, вчера у нас день фунта был, много народу денег накосило, прям аж бальзам на сердце, как говорится. Так, Андрей пишет, по фунту есть мнение, что на 4 часах образовалась голова и плечи, линию шеи пробили вниз. Если мыслить на этот счет, по фунту 50% по FIBA откат на 1.3250. Так, ну здесь я играться с масштабом не могу, а то у меня углы с ума сойдут.
Давайте отдельно откроем четырехчасовой фунт, сейчас поглядим. Вы, те, кто у меня давно на аналитике присутствуют, помните тех уродцев, которых я рисовал, когда мы разбирали голову и плечи, потому что не во всех книгах пишется, что головы и плечи, в отличие от других инструментов, есть ограничения по времени. Ну, здесь, я думаю, все нормально. То есть, если вот это движение восходящее, да, то получается сама граница головы вот это. Сама этот head and shoulders у нас вот такая вот. И сейчас посмотрим, если быть вредным трейдером, то получается она у нас как раз примерно 1/4 времени занимает, так что здесь рассуждение логично. На всякий случай, для тех, кто не в курсе, я сейчас постараюсь картинку найти. Сейчас, минуточку. Пусть пока файловая система ищет. Если найдет, я вам картинку покажу, о чем именно идет речь. А, вот, нашел. Если быть очень вредным и придираться к некоторым мелочам, то вот я вам таких страшилок рисовал, потому что голова и плечи — это фигура разворота, то есть она должна что-то разворачивать. И если есть сама форма, но нет изначального тренда, то, скорее всего, ничем хорошим это не закончится. Или она отработается, но частично, и рынок при набранной прибыли пойдет за вашими стопами. Если вы не успеете среагировать, то эта прибыль так и останется бумажной, потом сгорит, и вы получите стоп-лосс. То есть должна быть где-то от 1/3 до 1/4 величина головы по сравнению с тем трендом, на котором она сидит. То есть мы ищем вот такие тренды, когда голова пропорциональна тому тренду, на котором она сидит. Если мы видим здоровый тренд с маленькой головой, с плечами, которая там 1/10 занимает, там, или 1/12 от времени, то, скорее всего, она тренд не развернет. Это будет просто коррекция от более большого таймфрейма. Если мы вот таких вот непонятных трендов видим, где огромная голова с плечами, которая занимает, например, половину или 3/4 от всего движения, то это, по сути, тоже не тренд, а изуродованная какая-то формация в виде бокового движения. Поэтому на всякий случай, это в основном к новичкам обращаюсь. Те, кто давно торгует, я думаю, это и без меня знают, просто на всякий случай решил напомнить. Лучшая всего вероятность отработки в этой модели, когда примерно 1/3, 1/4. Кто хочет, может себе скриншотик сделать. Так просто легче всего запомнить. Так что насчет головы с плечами здесь придраться не к чему. Так, возвращаемся к тому, что обсуждали. Следующее мнение. Фунт, как я и говорил, следим за отработкой уровня поддержки 1.33. Да, как раз на нем акцентировал внимание. Так, еще вижу наш один четкий канал и начало формирования пятой волны. Это уже Элиот пошел, пишет Павел. Так, и еще. Так, ну это уже внутренняя переписка. Здесь комментировать, я думаю, ничего не нужно. Так, возвращаемся к нашей разметке, то есть ждем, как фунт себя поведет. Желательно, чтобы он пробил и перенесенный 1.1 и 1.33. То есть, если бы мы не знали о наличии этого уровня, можно было бы входить сразу. Так, особо вредные входят уже после 1.33. Следующий швейцарский франк тоже вот прямо сейчас вернулся к 1.1. Вчера долго не давал понять, куда он хочет идти. То есть сначала был сигнал вверх. Скорее всего, стопака могли поймать, да? Ну, в нашем деле это периодически случается. Потом, получается, вот этот угол был
перенесен вот сюда, те, кто сами переносили без меня. Был второй сигнал на продажу. Если сами не вышли, то вышли в безубытке по отложеннику. Потом угол встал вот сюда. И, по сути, он вернул обратно то, что вы могли вот здесь потерять. То есть, вот еще один сигнал, который был. Я просто переразмечаю для тех, кто сам этого не делал в процессе вчерашнего дня. И вот он побежал наверх. Целью было 1-1. Вот он в 1-1 вернулся. Так что те, кто по швейцарцу становились, у вас отличный повод либо закрыть сделку прямо сейчас. Те, кто держат сделки дольше, обратите внимание, что сейчас получается. Но учтите, что требуется внимание на протяжении ближайших часов. То есть получается вымпел. И если он пойдет дальше, то он может еще сходить примерно на столько же. Но это уже, скажем так, вторичные признаки. Сейчас переносим углы на новые значения. Здесь, по сути, основной 1.1 и перенесенный являются абсолютно одинаковыми значениями. Ждем. Если пробьет 1.1, значит, пойдет дальше. Модель начнет замедляться. Не забываем про осциллятор. Так. По франку стою в покупку пока 48 пунктов. Ну, вам тогда бояться нечего абсолютно. Поэтому, я думаю, стоит перейти в безубыток и контролировать, что с 1.1 будет. Если он его пробьет, я думаю, вы еще столько же возьмете спокойно. Так, Глеб пишет, франк вчера получил убыток минус 25 пунктов. Ну, я думаю, если сейчас он как раз даст сигнал, он вам обратно все вернет. Может быть, даже чуть-чуть побольше. Так, следующая, японка. Японка сначала вчера давала сигналы на продажу, тоже могли те, кто все-таки готов открывать сделки на продажу, возможно, получил убыток. Я вчера вам говорил, что лучше их вообще не рассматривать, потому что слишком уж они рискованные, лучше ждать именно пробития перенесенного 1.1. Пробитие перенесенного 1.1 произошло вот здесь. Сейчас посмотрим, когда это было. То есть это было где-то вчера в 17-18 часов по Москве. Так что если есть те, кто ее караулил, там может быть отложенник поставил, то прибыль у вас есть. Осциллятор зафиксировал окончание импульса вот здесь в 21.00. То есть в принципе вы могли взять где-то в районе или 60 пунктов, или если кто за максимум поставил отложенник, где-то 50 пунктов. Ну, внутри дня все равно неплохо. Переносим углы. Те, кто взял вчера японку, очень жду сообщений в чате, потому что для меня это такая самая каверзная валюта из всех, я думаю, те, кто давно общаются со мной, это и так знают. Интересно, как получилось у остальных. Так, вижу сообщение от Антона. Японку держу в покупку двумя позициями, пока 30 пунктов. Отлично. Так, Марат пишет, франк плюс 70. Ну, в целом, я смотрю, день очень хорошо вчера прошел. Значит, японка может еще раз пробить перенесенный 1.1. Единственное, внимательно, как она будет вести себя у основного угла. Давайте в основном для новичков, чтобы было понятно, о чем идет речь. Если вот она пойдет вверх, пробивает новый угол, уже перенесенный 1.1, и уткнется в основной. Вот здесь может быть какая-нибудь там дивергенция там, или еще какой-нибудь вариант остановки и небольшой откат назад, для того, чтобы вовремя убежать. С прибылью это для тех, кто торгует внутри дня, внутри недели, потому что сегодня как бы уже пятница, и желательно основные все сделки позакрывать, если вы в долгосроке не стоите, чтобы уже спокойно с чистой совестью идти отдыхать на выходные, чтобы не нервничать, там, как откроется в понедельник новая торговая неделя, там будут гэпы, не будут гэпы там, и так далее. То есть, чтобы не было вот этих мелочей, которые немножко ездят по нервам. Так, вижу, Екатерина пишет, по японке 34 пункта плюса. Ну, я смотрю, плюсов много прям за вчерашний день. Очень хорошо. Так, австралиец. Австралиец дал даже несколько сигналов за вчера. Давайте обсудим. То есть вчера был вот здесь вот 8 часов как раз. Фактически, прямо на аналитике мы этот момент обсуждали с вами, но фактически сразу же и
заглох этот сигнал, в чем мы с вами обсуждали уже, когда было 9 часов, да, когда цена была вот здесь, и осциллятор уже подходил к верхней границе, то есть то, что он сильно далеко не убежит. Если есть виртуозные у нас трейдеры, которые умудрились его и вверх, и вниз взять, интересно получить сообщение в чате, потому что всего вверх она сходила где-то на 40 пунктов. Так, вижу еще сообщения появились. Так, по австралийцу вчера закрыл покупку 101 пункт. Но это, я так понимаю, еще раньше даже заходили, пишет Михаил. Отлично. Так, Владимир пишет, как правильно строить углы 1, 1, 1, 2, 2, 1 и перенесенные углы. Но для того, чтобы вы не заморачивались, я вам переделал веер Фибоначчи, для того, чтобы он рисовал так, как нам нужно. Правда, к Фибоначчи он уже не будет иметь никаких отношений. То есть вот здесь уровни надо поставить 0, 0,5 и минус 1. Вот. Но я повторяюсь на всякий случай, чтобы у нас потом не было никаких разногласий и недопониманий. То, что мы с вами строим, является приблизительным вариантом построения, потому что если вы возьмете именно литературу где-то за 50-е, там, за 40-е годы, именно публикации от, непосредственно от автора, вы увидите, что есть расхождения в построении небольшие. И это связано с тем, что нормально можно построить это только или в специализированном софте, или на бумаге, на той же миллиметровой бумаге. Причем на миллиметровой бумаге вы построите это с помощью линейки и карандаша значительно быстрее, чем вы это будете рисовать в MetaTrader'е, и точнее к тому же еще. Вот. Поэтому для того, чтобы мы с вами эту аналитику не растягивали часа на 3, а быстро все пробежали, и чтобы вы могли в дальнейшем этим пользоваться, мы пользуемся приблизительным расчетом. А уже для определения точных моментов для цены времени, где цена может остановиться, мы уже используем квадрат 9, то, что идет во второй части аналитики, которая сейчас вот уже буквально начнется. Поэтому натягиваете, по сути, его как линию тренда, то есть по первой вибрации, и он вам сам вот эти 1.1, 2.1, 1.2 построит. А потом вам нужно просто взять линию 1.1 в качестве инструмента линии Ганна, и потом взять ее, и потом реверсивный строится, как она же, только с противоположным знаком. То есть вот основной 1.1 перенесенный, это 5.76, а реверсивный будет точно такой же, только с минусом. Видите, минус 5.76, и все. То есть здесь абсолютно ничего сложного нет, то есть как школьная геометрия, примерно там 7-8 класс, поэтому ничего сложного в этом вы не увидите. Если это для вас как бы в новинку, я вас уверяю, что буквально неделька-две максимум, и вы сами будете не хуже меня их строить. Так, еще сообщение от Евгения. Японку держу в покупку от 101.56. Ну, тогда внимательно, как она будет вести себя у перенесенного 1.1. А мы пока, значит, закончили обсуждение вот с этой покупкой. Осциллятор вам показал вот тут, что пора выскакивать из покупок. Для тех, кто стоял или отсюда, или, например, вот все предыдущие сигналы мы с вами здесь отмечали. И вот здесь он сказал, что все, пора уходить, фактически, опять же, на самой макушке показал. Потом этот угол переехал вот сюда и дал нам еще один сигнал, но здесь уже входили только самые храбрые. Почему? Потому что фактически сигнал был перед 2.1. На 2.1 он мог остановиться, поэтому не факт, что кто-то из вас заходил. И второй аргумент был не заходить, это то, что осциллятор был уже за калибровочным уровнем. Так что, если есть те, кто зашел, было бы интересно услышать, но я думаю, что большинство вот этот момент проигнорировали. Сейчас что происходит? У нас уже образован новый минимум, и по сути цена пытается сейчас пробить перенесенный 1.1. Если пробьет, пойдет к основному 1.1, где-то 47 пунктов и 0,3 пункта может пройти вниз. Но сделка против основного движения, соответственно, несет в себе больше риска. Проверьте, не противоречит ли это вашей торговой системе.
Так, Марат пишет, хороший прогноз вчера здесь услышал про шпильку вверх по евро. Так, дальше, новозеландец. Ну, по сути, то же самое, только немножко покрасивее получилось, да, то есть он вверх пытался сходить, не получилось, пробил вниз, вот здесь. Перенесенный 1.1, пошел на 2.1, то есть идеально дошел до ближайшего угла. То есть, вот как в учебнике можно, да, хоть делать скриншоты, вклеивать в какую-нибудь обучающую монографию, да. И 64 пункта пробежал. Отошел наверх, переносим углы, и сейчас будет второй сигнал. То есть как раз после аналитики у вас может сгенерироваться новый сигнал на дальнейшее падение. Но внимательно, возможно, что он не дойдет до 1.1, потому что слишком большое расстояние, там 76 пунктов, не факт, что он его весь заберет. Смотрите внимательно по осциллятору, он достаточно часто оказывается прав. То есть вот здесь он тоже сказал, где надо выскакивать. То есть у вас было два абсолютно независимых сигнала о том, что пора убегать из продаж. То есть и по углу, и по осциллятору в одном и том же месте был сигнал. Так, дальше Леонид Киви взял на продаже 60 пунктов, пипсов написано. Так, отлично. Так, Михаил пишет, Киви вчера закрыл покупку 120 пунктов. Прям очень хороший явно был вчера день. Так, канадец. Мы вчера обсуждали, что постарается наверняка сходить все-таки к 1.1. Но вот у него получилось это сделать. Фактически вот опять же дошел вот здесь. Смотрите. Чуть-чуть там расхождение. Буквально там на 3 пункта больше прошел, чем изначально думали. И независимо от этого еще один сигнал от осциллятора, что те, кто заходили в рамках одного импульса, пора уже делать ноги. Да? Так и получилось. Сейчас переносим углы. Если есть те, кто потом ставили его вот сюда, вот, кстати говоря, что-то сбилась скорость. Да-да-да. Меня почему-то не так периодически сбивает показатели. Непонятно из-за чего. Так, проверяем. 17.51. Собственно, несущественно, но если быть дотошным, то лучше все-таки перепроверить. Вот. Теперь ставим на новый минимум, ставим на новый максимум и опять же буквально в течение следующего часа может дать сигнал на покупку, но внимательно, у нас есть уровень по Чикаго 1.2950. Михаил, поправьте меня, если эти данные изменились. Так, еще сообщение. По канадцу стою на покупку пока 121 пункт. Стою от биржевого уровня 1.2821. То есть вот отсюда, то что я понимаю. Да? Ну, прекрасный вариант развития событий. Не забываем, что у нас в 16 часов новости будут. Так, Михаил пишет, по австралийцу 1.1, мне кажется, построен некорректно, так как вторая точка установлена за конец азиатской сессии. Мое мнение, что вторая точка более актуальна на 2.09 в 10 часов. Ну, давайте посмотрим. Альтернативные взгляды нам в любом случае интересны. Так. Так, 2.09, 10 часов. Не, ну это уже получается будет подгонка, если мы так сделаем. То есть, если посмотреть, как развивались колебания, то есть те же самые свинги сейчас начнем рисовать, да, то колебание у нас первое было именно вот таким. Да? Поэтому мы именно его и выбрали. Вот. Потом, если смотреть, кто там был выше, то есть потом второе колебание было вот таким, потом было третье колебание, вот такое на новостях, потом было четвертое,
Так что здесь мы с вами сделали все абсолютно правильно. Потому что если мы берем ту точку, которую вы показали вот здесь, то мы бы взяли, получается, два колебания вместе. То есть мы бы взяли вибрацию от более старшего какого-то движения. Может быть, если бы это был четырехчасовик, это было бы и нормально. Но нужно стараться брать начальную вибрацию именно на том таймфрейме, на котором мы с вами работаем. Иначе у нас могут быть в дальнейшем сложности, что мы будем пропускать некоторые движения. Так что, если бы вы перешли на более большой таймфрейм, я думаю, что этот подход был бы правильным. А здесь... Все абсолютно верно. Так, но в любом случае за альтернативный взгляд спасибо. Так, других сообщений нет. Так, дальше пошли. Теперь вторая часть. Начинаем смотреть все то же самое, только уже с точки зрения квадратов, для того, чтобы определить цели. Ну вот вверх мы вчера дернулись, как и ожидалось. Пролетел расчетный уровень, остановился по сути на Чикагском, до второго расчетного не добрался. Сейчас стоит на 1.12.792, и если вот буквально в ближайшие час и 3 минуты внезапно по какой-то причине вверх не побежит, то значит будет возвращаться на 1.22.299. Времени у него до 14 часов скорректироваться после движения есть. Если смотреть на этот график, как раз мы с вами обсуждали то, что ему нужен максимум для того, чтобы мы могли уточнить данные, как раз вот может он этот максимум и пойдет нам рисовать. Как раз мы уже знаем примерно границу 12.299, которую фактически с понедельника вы и так все знаете без меня. Так, еще сообщение. Сегодня на бирже Chicago Mercantile Exchange день экспирации по сентябрьским контрактам. В понедельник уже будут торговаться октябрьские контракты. Но, я так понимаю, и уровни тоже обновятся. Спасибо за информацию. Тогда ждем новых данных. На 15 минутках, на всякий случай, тоже разметку сделал. Это в основном для скальперов. У нас на сегодня еще есть 4 времени, это 10.30, 14.30, 18.30 и 22.30. Вот, он может пойти вниз, но скорее всего это будет движение в несколько колебаний, то есть опустится еще до 12.651, где-то к 10.30, потом приподнимется обратно на 12.76 и потом пойдет до 12.416. Так что скальперы могут просто отложенники поставить сюда sell stop, а сюда sell limit. И независимо от развития событий, если будет движение вниз, вы его возьмете либо с большей, либо с меньшей прибыли. Но тут желательно находиться непосредственно у монитора. И плюс обратите внимание, что осциллятор уже показывает, что вот этот импульс 15-минутный выдыхается, который будет намекать на краткосрочную коррекцию в рамках, может быть, одного часа там или полутора часов. Но те, кто торгует на часах, вам это, в принципе, должно быть все равно. Фунт стерлингов. У нас сейчас расчетное время. Вот прямо сейчас. Напоминаю, погрешность у нас примерно 2 часа. Влево-вправо. И пока что он идет вниз. Предыдущий расчетный уровень, он фактически пункт в пункт отработал. Это 1.32.834. Сначала вот потоптался на уровне по Чикаго, потом, видать, просто на волатильность его подергало, тенями как раз задел расчетный. У него есть еще одна цель, которую он не взял, это 1.32.502 на сегодня. Но, к сожалению, сказать по времени, когда он может уложиться это сделать, мы не можем, есть только расчетка в течение сегодняшнего дня на 15 минутках. И не забывайте, что в 11.30 уходят данные по Великобритании, которые могут свою роль сыграть именно на его дальнейшее движение. На 15 минутках время остается 12.45 и 20.45 на сегодня. Вот. И две цели, которые у нас вырисовываются, это 32.83 и 32.68 для маленьких колебаний именно речь идет. И опять же, скорее всего, будет какая-то небольшая корректировка, потому что маленький импульс именно 15-минутный, он
уже заканчивается. То есть может быть небольшой подъем наверх и потом снова вниз. Опять же, все зависит именно от новостей. Швейцарский франк по времени развернулся наверх. Здесь мы с вами его уже обсуждали, что он как раз будет сейчас ковырять 1.1. Вопрос, до каких пор он может вверх доползти. У нас есть уровень 97.33. Если он его пробьет, то как раз этот процесс запустится, а у нас будет две цели. 97.66 и 97.88. О 97.88 можно будет говорить только в том случае, если он не задержится на 97.66. То есть, если он вот так вот полезет наверх, если вот здесь будет вот такая вот красивая бычья свеча, и тогда можно будет рассчитывать на 97.82. Если он здесь как-то застопорится, остановится, то, наверное, надо будет сворачивать свои сделки и уже спокойно готовиться к выходным. Так. Еще сообщения появились. Алексей, как вы считаете, стоит ли рассчитывать сетку ордеров по фунту на покупку? На H4 фунт находится на линии поддержки. Планирую растянуть сетку до 1.32. Ну, это достаточно распространенный способ работы. Вот, по крайней мере, из ростовских, если судить, у нас достаточно много людей работают сеткой ордеров достаточно неплохо. Так что, если именно вам комфортно работать таким подходом, это не вызывает нервозности, и вы легко можете уследить за целой группой открытых сделок, то, пожалуйста, это очень даже неплохой вариант. Самое главное, не увлечься и не наоткрывать много сделок, чтобы был слишком большой лот, суммарный лот в смысле. А так, это абсолютно нормальный подход, ничего против не имею. Так, еще сообщение от Михаила. Алексей, удивительно, но на вчерашних торгах на Chicago Mercantile Exchange по фунту выставили контракты на уровень 1.3350 на вашу жирную линию по Ганну. Ну, честно говоря, я сам очень часто удивляюсь подобным совпадениям до сих пор. И меня, вот когда я еще только начинал изучать, и у меня уже начинали хорошо отрабатываться прогнозы, меня первые где-то несколько лет меня дико бесило, что я не мог понять, почему они срабатывают. То есть по крупицам информация была собрана там из тех публикаций, которые можно в свободном виде в интернете достать, но фактически нигде не объяснялось, почему она работает. А я обычно до деталей человек очень вредный, вот, и всегда хотелось именно выяснить, почему. Но вот после уже некоторых интерпретаций математических, вот на клубном дне, который в Новосибирске был, я объяснение привел. Почему? Потому что, по сути, расчеты по Ганну, они представляют из себя графическую интерпретацию дискретного преобразования Фурье. Вот. Если рассматривать график как какую-то сложную функцию, уравнение которой мы никогда в жизни не узнаем, потому что она не является детерминированной, потому что в ней есть огромное количество случайных элементов и тех элементов, которых мы никогда в жизни не узнаем. Да? То есть это какие-то крупные сделки, это различные новости, которые могут выходить, это решения, которые принимают правительства стран, валютами которых мы торгуем и так далее. Но в итоге это все равно какое-то очень сложное колебание. И это сложное колебание можно разложить на огромное количество гармоник, больших, средних, маленьких и так далее, которые в техническом анализе сейчас называют краткосрочные тенденции, среднесрочные тенденции и долгосрочные тенденции. И за счет вот этого понимания он как раз и достиг такой точности. Вот. Это уже понимание ко мне пришло значительно позже, чем я начал заниматься подобными расчетами. Поэтому, несмотря на то, что таких скриншотов у меня много наделано, я сам до сих пор продолжаю удивляться, насколько точно происходят такие совпадения. Так что здесь с вами полностью солидарен. Так. Новых сообщений здесь пока не вижу именно с мнениями. Так что ждем, как будет дальнейшее развитие событий происходить. На всякий случай, для внутридневной торговли, смотрите, вот движение вниз сейчас начинает захлебываться, потому что, скорее всего, на чикагском уровне он опять
скорректируется немножко наверх, если это произойдет до 11.30, а дальше уже будут рулить новости, как он будет себя вести дальше. Следующий швейцарский франк, тоже разворот по времени практически идеальный, но учтите, что при вот таком раскладе может быть разворот и по времени, и по цене. То есть, я это уже говорил, нужно дождаться пробития 97.33. Так, японка, тоже разворот по времени. Если пробивает 102.341, открывается цель 103.056 и 103.57. Австралиец. Австралиец по времени не развернулся. Если собирается идти вниз, ему нужно закрепиться, что он фактически может сделать уже на этом часе. На 0.76.351 у него тогда будет потенциал упасть еще на 33 пункта и потом развернуться по диверу наверх, чтобы сделать коррекцию от вот этого падения. Те, кто торгуют внутри дня, соответственно, вот это движение можно будет укусить. Смотрите окончание этого часа. Так, еще сообщение. По фунту пока нет предпосылок для роста инфляции. Мой прогноз: инфляция останется на прежнем уровне, так что крупные игроки на Chicago Mercantile Exchange, скорее всего, выставят контракты на продажу этого уровня. Ну, как раз если есть те, кто стоят на продажу фунта, по крайней мере, точно знаю, из ростовских есть несколько человек, кто активно этим вопросом занимается, плюс еще видел сообщение у вас в чате. Вот, так что как раз если сработает, можно будет как раз до конца текущего дня еще прибыли взять. Как раз будет хороший повод меня порадовать в понедельник, когда отпишетесь в том, кто сколько профитов насобирал. Так, следующий новозеландец. Ситуация похожая, но опять же более лучше, чем у австралийца. У нас получается движение было вниз, не отработал вторую цель, вернулся назад, развернулся по времени, и вот сейчас идет за второй целью уже со второго импульса. Вторая цель у него 0.73.505. В цифрах это еще 34 пункта может сделать, но смотрите, если сделает, то вот буквально вот так вот, раз и все. Потому что после этого, скорее всего, будет дивергенция, и он уйдет на коррекцию фактически на то же значение, на котором он находится сейчас. Потому что дивергенция уже почти сейчас вырисовывается. Поэтому, если кто-то будет брать вот это движение вниз, это надо будет делать на более маленьком таймфрейме. Или если вы сидите еще с макушки, то можно стоп поставить просто за последний максимум и спокойно сидеть дальше. Вы уже в любом случае будете в плюсе. Канадец. Канадец, по сути, сейчас уже практически подошел к своей основной цели. Это 29.50 по Чикаго или расчетный был сейчас скажу, 1.29.48.4. Ну, грубо говоря, расхождение у нас в 2 пункта, даже в 1.5 пункта, практически одинаковые. Поэтому те, кто стоял в покупку, внимательно, если он как-нибудь немножко хотя бы застопорится на этом значении, можно будет выпрыгивать уже. Если не застопорится, значит, может пойти на 29.77. Так. Еще золото на днях вот хорошо пошло в коррекцию. То, что мы вчера лимитики с вами обсуждали, возможно, уже у некоторых пооткрывало. Давайте, наверное, на часах посмотрим, там интереснее будет. Вот, обсуждали с вами позавчера еще, что нужно поставить бай-лимиты на 1342.25 и на 1334.097. Те, кто в средний срок будет работать, то есть не те, кто рассчитывают сделку закрыть там сегодня или в понедельник, то есть это вот ближе к концу следующей недели, вот, как минимум, да, то вот здесь из-за расширения спреда, мне вот некоторые писали, ростовские, что здесь не открылись бай-лимиты, были огорчения, но вот здесь точно открылись уже, тут уже никакие расширения не спасут. Вот, было бы неплохо, чтобы он спустился еще пониже, то есть вот совсем идеальный вариант был бы вот такой. То есть где-то в 1328.65 упал и потом отсюда снова наверх. То есть если рассматривать именно коррекции, которые больше всего любил рассматривать Ган, он обычно всегда обращал внимание на три уровня.
к Фибоначчи, это, к уровням Фибоначчи это не относится, не путайте. То есть это 25% от предыдущего движения, 50% от предыдущего движения и 75% от предыдущего движения. То есть вот тут фактически, давайте вот просто квадратик нарисуем. Как раз вот здесь практически и будет примерно 50% от предыдущего движения. То есть если эта коррекция как раз и будет такой, мы успеем еще buy limit на 13.28.69 зацепить. Сразу предупреждаю, что те, кто еще подобным способом buy limit не работал, вначале уйдете в минус. Ибо это будет немножко по нервам ездить. Потом, когда отобьется, пойдет наверх, он вам обратно все вернет. Потому что ближайшая цель, как мы с вами на днях считали, у него расчетная цель 1385.12, по Чикаго 1400. Так что он вернет намного больше, чем сейчас в бумажной прибыли залезете в минус. Так, здесь все. На всякий случай 15 минутки посчитал, если они вдруг кому-то нужны. Вот, 1336.24 для него в рамках сегодняшнего дня важный уровень. Давайте выделю его. Если вот сейчас он отбивается, он приподнимется наверх на 1338.51 или на 1340. Но тут буквально кот наплакал этого движения, поэтому это больше именно из теоретических соображений интересно, чем на входе именно в рынок. Так, аргентом идет коррекция на днях, тут делать нечего. Вот, на часах идет откат, скорее всего, к 19.334, и потом пойдет пытаться брать опять через один наверх, то есть тот уровень, который брал уже, это 19.94, и пойдет за тем, до которого он в прошлый раз не добежал, это 20.594. Уже начинает вырисовываться дивер, я думаю, видите, да? Вот он. Как раз, может быть, мы в понедельник уже начнем обсуждать детали роста. Так, нефть марки Brent. Знаю, у нас пару ростовских любителей точно нефти есть, поэтому обратите внимание, вчера обсуждали, что стояли в покупке по нефти пару дней уже, да, в сделке. Обратите внимание, этот рост может сейчас остановиться. По сути, мы получили сигнал на покупку, и уже в средствах массовой информации упоминалось, что до конца года она может вырасти там до 51, но я думаю, вряд ли у кого-то духу хватит поставить на 45 стоп-лосс. Так что теоретически сигнал на покупку есть, но по факту те, кто стояли краткосрочно-среднесрочно, это повод выскочить и ждать дальнейшего развития событий, потому что здравого смысла удерживать позицию еще там, допустим, пару недель или, может быть, месяц, я думаю, никто здесь не увидит. Так, рубль. Ну, фактически ничего интересного. Для галочки его оставил. Он нам три позиции хороших подарил за прошлый год. И все. И замолк. Швейцарский франк на днях сидит на любимом угле на 97.099. Если что-то и даст нам, то только в понедельник. И японская иена. Фактически ее уже обсудили, ничего нового тоже не скажу. Так, давайте сейчас раздаточный материал сделаю. Я сейчас быстро перестроюсь на другой рабочий стол, чтобы данные сохранились. И сейчас архив сделаю. Если у кого-то будут вопросы именно так, чтобы позвонить в ростовский филиал, то звоним уже после 12 часов, потому что у меня буквально после этого в 11 часов будет еще один семинар по пятому метатрейдеру. Поэтому, чтобы мы никуда не торопились, лучше после него позвонить. Так, значит, архив.
Пока я сейчас все делаю, у меня к вам вопрос, потому что я смотрю, просмотров у нас в онлайне обычно достаточно много. Вот. Я на всякий случай дублирую информацию ВКонтакте, но ВКонтакте особо просмотров нет. То есть, есть ли смысл его туда вообще выкладывать? Может быть, оставить чисто на Ютубе и все, потому что в основном все смотрят онлайн. Как ваше мнение? А я пока все файлы необходимые найду. Так, 10.14 данные обновлены. Все, файл готов, сейчас будет. Уже ссылка готова. Так, есть. Держите ссылку те, кто в онлайне, те, кто смотрят в повторе. На всякий случай давайте тоже вам ставлю, но придется вручную набирать. Так, 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 так. Ну, вот вижу мнение ВКонтакте сохранить. Так, вопрос от Антона, есть ли запись по PAM-счетам где-нибудь? Ну, нигде эта информация не публиковалась. Если будет нужно, думаю, мы с вами очно видимся достаточно часто. Если что, зайдете к нам в филиал, я вам необходимую информацию по PAM-счетам скину. Так, 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 что еще? Так, Михаил задает вопрос. Алексей, напишите почту. Да, вот у меня, собственно, она всегда в правом верхнем углу экрана есть. Давайте продублирую. Только смотрите, будет все время, почему-то я когда в чате пишу, она пишет alpari.org. Пишем alpari.org. Тогда все будет нормально. Я после того, как прочитаю семинар по пятому метатрейдеру, я тогда займусь почтой. Так что, думаю, запятую вручную все уберете. Так. Так, вижу, еще сообщения появились. Так, Ирина пишет, нужно, не всегда успеваю на онлайн, раздаточный материал на Ютубе нет. Ну, я всегда выписываю его сюда, просто в конце найдете момент, когда я переношу на график, единственное, вручную придется набрать пару символов. Так, задают вопрос, дайте ссылки на ВКонтакте. Ну, давайте сейчас прям ссылку на нашу группу официальную Alpari найду, сейчас кину. Так, 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 сейчас. Вот, держите. Так, ну вроде бы все. Тогда, я думаю, давайте закругляться. Очень насыщенное сегодня получилось обсуждение. Очень рад, что многие участвуют в обсуждении текущих положений на рынке на разных валютных парах. Я услышал сегодня много сообщений о том, что забрали много прибыли. Я надеюсь, что сегодня будет не меньше, что в дальнейшем такая тенденция будет сохраняться. Вот, чтобы депозиты росли. Всем удачи и попутного тренда. До свидания.